Дед Мороз и Снегурочка о том, как встретить Новый год без задолженностей. Сегодня приставы Чувашии провели акцию «Узнай о своих долгах». Параллельно на столичном вещевом рынке ярмарка состоялся рейд. Идем сейчас прямо, получается, потом налево сворачиваем. Сразу 12 судебных приставов распределив территорию, проверяют неплательщиков. Список известен заранее. 20 предпринимателей, которые задолжали как минимум 25 тысяч рублей. Каждый. Вот видите, я производство каждое оплатил, а их не надо было оплачивать, да, получается? Нет, оплачивать надо было. Один за другим предприниматели прямо на месте гасили свои долги. У кого-то неоплаченной оказалась экспертиза товара, кто-то запамятовал уплатить налоги. Рассчитались 16 человек. Общая возвращенная сумма более 300 тысяч рублей. Многие должники из проверенных 20 человек, предприниматели, предпочли оплатить свои долги на месте. А кто отказался, накладываем арест на имущество, которое они реализуют на рынке. Так произошло с владельцем текстильного отдела. Задолженность более 100 тысяч рублей он погасить не смог. Поэтому приставы наложили арест на имущество. Комплекты постельного белья на эту сумму изъяли из отдела. Их вернут, как только предприниматель рассчитается с долгами. В противном случае текстиль реализуют, чтобы закрыть счета. В подобной ситуации сегодня оказалось еще 3 предпринимателя. Конечно, под Новый год это не самый лучший подарок. Поэтому приставы напоминают, что лучше за своими долгами следить самому и оплачивать их вовремя. Проверить свои долги можно онлайн через банк данных исполнительных производств на официальном сайте службы судебных приставов Чувашии и погасить задолженность самостоятельно до прихода приставов. Ирина Волкова, Алексей Зотиков, Андрей Спиридонов. Республика.